В Химках масштабно готовятся к Масленице и Международному женскому дню. Праздничная неделя будет насыщена мастер-классами, концертами, народными гуляниями. Самый пик Масленицы придется на 10 марта. Власти Химок готовят общую программу с общественниками и жителями. Главная площадка – парк имени Льва Толстого. В 14:00 там установят вкусные точки, где химчане смогут, например, приготовить блины вместе с представителями администрации. Здесь точно такая интересная тема, где мы можем организовать вот именно такую какую-то совместную большую историю с приготовлением чего-либо. И многие люди, там вкусно получится, это абсолютно точно. Устроят и большой праздник для девушек и женщин 8 марта. Личные поздравления представители администрации принесут женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны. А также в галерее «Мост» откроют выставку, проведут показ мод и мастер-классы по стилю.